Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем играть в неинтересный, необычный квест про Джерри. В прошлый раз мы остановились здесь. Всем приятного просмотра. Я тут уже поговорил с монашкой. Она будет работать в баре с мужиками теми. Мы двинули рычаги и заберем бандажный костюм. Так. Окей. Теперь нам надо поговорить с демоном. Погнали. Что он нам предложит? Так, мне нужна твоя помощь. Ты знаешь о призраке, но как раз еще одну душу. Но старая ведьма очень упряма. Так. И тут появляюсь я. Да, поможем друг другу. Так, ты найдешь тело, сможешь провести ритуал и вернуть душу туда, где ей место. Но для ритуала тебе понадобится популярная книга «В трудные времена». Так. У меня есть скромные расценки. Принеси мне чей-нибудь образец ДНК, и ты получишь книгу. Окей, какая-то книга. Так, теперь нам надо отправляться в город. Интересно. Ну, погнали в город. Тогда. Город так город. Город порока. Так, а Елик у нас был тут, да? Ну да. Елик был тут. Здесь. Погнали. Так, куда нам надо? Поговорить с продавцом. Ну, погнали. Так. Просто помоги мне. А, понятно, на чем он там застрял. Подожди-ка. О, я уже испугался, что эта штука засосет мне руку. Был рад помочь. Так. Не смогу монстра продать. Я помогу вам избавиться от этой штуки, конечно. А, вот это, серьезно? Не захватит для чего-нибудь. Окей, погнали. Захват для чего-нибудь. Так, идите в бар, погнали. Металлический ящик был трезвый, у нас же они вроде как есть. Так. Ага. Чего? Бутылку? Подожди, ну вот же бутылка, держи. О! Так, ну. Ни хрена себе. Мы прям красавчики. Спасибо. И чё там? Как-то... И чё? А как зайти сюда? Заходим. О! Винный магазин, нифига себе. И... Супер дрожжи. Супер дрожжи, подожди. Ага. А распродажи дрожжи. Ты можешь купить. Нужна вещь, если ты хочешь готовить алкогольные напитки.
Да, может быть, берешь, еще подумаю. Так, а нет там четвертак. Вот он, да? Держи. Ага, минутку. А, вот он. И что тут у нас? Ух, ни хрена тут бутылок. На стремянке на правом заднем углу магазина. А, вот, на стремянке, подожди. Угу. Лучшее вино. Ну, погнали, чё. Сделаем так. Так. Поговорите с бродягой о его шляпе, серьезно? Так. Мужик, можно взять твою шляпу? Мне нужно что-то взамен. А что ему? А, дать вино вдове нужно. Хера себе, ладно, погнали. Так, стоп, 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 сюда. Погнали. Погнали. Она уже тут сидит. Держи. О, отличное вино. Из-за тебя. Все. Нифига себе. Так. Погнали. Теперь надо в дом Дэвида, по-моему, идти. По-моему, да? Ну, погнали. Так. Что, на верстаке что-то надо мутить опять? Ага. И что это нам дало? Получилось? Ну да. Получилось. Стоп, а я соединил? А-а-а. Походу, что соединил. Давай уже, заходи. Угу. Почти прошли. Короткая вроде игра. Вроде как.
Ну, заходи. Да я мой, давай. А Бобби это кто? Ага. По моим правилам, давай. Как он это сделает? Оригинально. От желтой машины Бобби, ну давай. Сейчас посмотрим, как это будет. Так. Ключи. Так. Ага. И что дальше? А, вот они. Окей, без ярости. Возвращайтесь в дом, идите в ванную. А-а-а, подставу сделать надо. Интересно. Сейчас будет весело. Так, а где ж мы видели там? Как мы в ванну попадали? Подожди. Не здесь, да? Так это ж не здесь вроде бы, не? А, вот. Сюда. Вот это, наверное, Дэвид или кто он там. Какого черта? Ты думаешь, Джерри, что я просто крутая рок-звезда? Не могу поверить своим медиаторам. Это все Бобби, я нашел его тачку. А, ладно. Объясни. Похоже, они были в твоей дерьмовой машине. О, что, Дэвид уже набрался? Нет, ты абразина, это идиот пытался ударить меня. Закинь его мне в багажник, а вечером я тебя сведу тебя с Софией. Вау, правда? Подожди, ты обещал мне ее еще месяц назад. Слово скаут, а теперь шевелись. Ладно. Так, теперь нужно разобраться только с Бобби и Клиффом. Резиновые уточки под зеркалом? Где это? А, вот. Раз. Идите на кухню. Возьмите желатин. А, желатин. А, мы брали его, я не помню. Так. По-моему, все тут взяли со сковородками, да? Ну да, что-то здесь было. И желатин мы, походу, взяли, да? Где? Это желатин, да. Взяли. На кувшине для воды. А, вот. Так, подожди. Давай. Так. Угу. Часть вторая. Ну погнали, часть вторая. А сколько там уже времени прошло? Надо засечь. А, было 60 где-то минут, по-моему, да? Ну ладно, еще вроде есть время. Ну. Попробуем вторую часть подольше поиграть. Раз уже почти конец. Если почти финалочка. Игра-то короткая.
Но довольно забавно и прикольно. Так, в них я буду выглядеть круче. Погоны надо идти. Какому фургону, который это? Охотники за привидениями, что ли? Или что? Ну, ой. Это что такое? Подожди. Чё? Стоп. Супер. Приложить палец, садиться к замку. Держите дверь фургона рукой, возьмите камеру и устройство для сканирования. Рукой? Подожди. Палец. И чё? И как это сделать, вопрос? Не пойму. Сканер отпечатков. Может вот так? А как? Так, подожди. Использование на крушении. Придержите дверь фургона рукой. Рукой. А как? Нет, а чем? Это понятно. О, технологично. Может вот так? А как? Вопрос. А чё ни подсказки никакой нету, ни хера ничего. Не пойму. Вообще ни хера никакой подсказки. От слова совсем. Приложить палец владельца к замку. Может, я что-то не так делаю? А как мне тогда реально приложить из... Может очками? Подожди. Он же очки, по-моему, это. Подожди. Нет. А как? Что такое резиновая перчатка? Ну это понятно. Бля, а чё не так я сделал? Так, возьмите, выйдите на правую руку, возьмите желатин. Где-то на правую, возьмите, используйте. Где-то выйдите из дома, возьмите очки. Затем идите. Возвращайтесь, идите, используйте устройство для... Ну это понятно. Ну а что делать-то сейчас?
приложить палец владельца к замку. Давайте попробуем в дом зайти или куда. Я не знал, у меня вообще что-то теорий никаких. Подожди. Стоп. А если... Не можешь? Пипец. Ладно. Как это сделать? Привет. Есть успехи. Да. Что Бобби разрешил тебе остаться. Блин, капец, а как это проходить? Это чё, обратно типа смотреть прохождение? Ну это жесть. Сейчас я подойду, ребят, секунду. Просто единственный прикол, это остается смотреть видео прохождение. Это жесть просто какая-то. Просто не понимаю, если... Прохождение не работает. Вот, это очень довольно-таки странно, если надо искать в этом в интернете. По факту. Сейчас я посмотрю, как оно называется. Сейчас. Ну, сейчас попробуем найти. Сейчас посмотрим. Оно не оно. Что за хрень? У меня вообще какую-то хуйню находит. Сейчас. Что за хрень не ходит? Вот реально. Мне вообще какой-то хер не нашел.
Блин, ну он ебанулся, что ли? Как искать? Что за тупой поиск, нахуй? Капец, он игру не находит. Вы издеваетесь? Как она, блядь, по-английски пишется? Сейчас, подождите, ребят. У меня этот тупой поиск не находит нихера ничего. В шоке просто. Тупой, блин, опыт. Как она пишется? Джерри Ван Керен за квесту Геплейт. Джерри Ван Керен. Капец. Ну? Ну? Ну как ты найдешь? Наконец-то. Серьезно, она такая короткая? Капец. Интересно. Понятно. Так, где-то здесь. Чего? Слишком поздно. Так. Да, у меня все-таки какие-то глюки с графикой. Все-таки я. Так, ну тут вообще чуть-чуть осталось. В принципе. Надо просто посмотреть, что он дальше делает. Да. Отлично. Я уже вижу. Так. Хорошо. Что ж он сделал? Вроде ничего не сделал, а? Чего? Серьезно? Офигеть! Мне никто не сказал, вы представляете, что именно рука нужна. Это просто обосраться, какой-то прикол. Охренеть просто. Капец, капец прохождение просто долбанутое. Мне никто не сказал, что именно нужна рука. Насраться просто. Так, мы почти прошли, да? Угу. Полароид. Так, а что там еще дальше, кроме полароида?
Атриус, возьмите камеру и чё? Блядь, что там ещё было? Устройство для сканирования призраков, алё. Ага, теперь сканер. Больше ничего вроде бы, да? Почти прошли. Ну, не прям почти, но да ладно. Капец, мы долго мучились. Так. Идем к Оливии. Так. Датчик электромагнитного поля. Так. Бабуля. Что? Придурки извращенцы. Я никуда не уйду, пока эта вся компания не покинет дом. От бабули. Ты же умный. Ага. Окей. И что нам дальше делать? А, на чердак. Стоп, а где кирка? Стоп, а реально где кирка? У нас кирки нету? Не понял, а где кирка? Что за прикол? Так я ж кирки нигде не вижу. Стоп, а где мы кирку профукали? Перчатка. А может там будет кирка, подожди. Или нет? Не можешь? Бля, а где кирка? В церкви? Серьезно? Я в церкви профукал? Серьезно? Блин. Вот же прикол. Профукать довольно банальную вещь. Это же просто жесть. Ну погнали, чё. Жестоко просто. Взяли ее, профукали. Капец. Так, ладно. Ах.
Главное финалочку бомбануть и все. Ну. Не, ну хоть, конечно, игра и такая. Локаций немного, но юмор, конечно, и у игры есть. Так. Так, два трупа. Интересно. Рядом со скелетами. Над камином рядом с кухонной дверью, серьезно? А, наверное, я взял. Так. Вот здесь больше ж ничего нету, кроме скелетов, да? Так, ну над камином, я так понимаю, это внизу было бы, да? А, я забирал, по-моему. По-моему. Так. Теперь выходите. Возвращайтесь в город. Ага. Ну, по пути можно вставить диски, конечно, или потом. Можно, в принципе, потом. Так. Погнали. Так. Это вот про этот магазин, что ли? Костюмах? Каких костюмах? Подожди, бандаж. Вот бандаж надо на себе использовать. Стоп. В смысле? У меня ж очки. Взамен. Нарисуйте скелеты мелом. Что-то очень странно как-то. Ладно, можно в дом зайти, дискеты положить. Вроде вообще мало осталось. Погоди-ка. Точнее, не мало, а почти все, да? Угу. Еще две штуки осталось, да? Угу.
две штуки тогда, да? Почему нам надо скелеты мелом рисовать, непонятно. Так, ладно. Очень странно, как это работает. Серьезно? Блин, а дальше что? Ну, допустим, мы это сделали. А дальше что? Так, сейчас сек. Чего? Так. Меня же там для шляпы вроде как не возьмут. Да ё-моё, подожди. Ой, на велике ж надо, да? Но это я в курсе, что нам это делать надо. Так. А я разве этому мужику что-то предложить могу? По факту, не? Подожди. Что ему предложить? Кольцо? Нет. Хочешь порно-журнал? Нет. Что ему предложить? Странно. В костюмах? В каких костюмах, йоу? А как я по вашему костюму одену? Так, ладно, дальше что смотрим. Попробуем дальше вникнуть, что и как. Нет. Хорошо, на элике ты отправляешься дальше. Дальше что? Блин, вообще чуть-чуть осталось. Чего? Зачем нам сюда? Сейчас я думаю. Чего? Пэкэдж? Серьезно? А, не сюда мы пошли, ладно. Так, у меня посылка. Так. Окей. Ага. Пригодится. А дальше что? А где она? Это она, что ли? А ну-ка.
Окей. Погнали. Теперь нам надо ехать туда. Так. Блин, тут вообще чуть-чуть, походу, осталось проходить. Ага, вот и шляпа. Вернитесь назад и войдите в церковь. Окей. А, все, понял. Так. Любовь побеждает все. Так. Возвращайтесь в город. Окей. Ну тут вообще уже чуть-чуть осталось, подожди-ка. Так. Так, взамен. Держи. Тебе нужна ковбойская шляпа. О! Можешь взять мою, окей. Так, возьмите, возвращайтесь к дому Джерри, идите в спальню к верстаку. Окей. К верстаку, так к верстаку, да? Так, заходим в дом. Используем. Давай. Сейчас, ребят, уже игру, считай, и пройдем. Будет финалочка, короче. Вот. Thank you.
Так. И что нам тут нужно делать? Сейчас посмотрим. И используем. Ага. Желатин. Средство для мытья. Ага. Окей. Погнали. А, стоп, блин. Там дискету осталось последнюю ставить почти, да? Ну да. Одна осталась, и все. Тут вообще уже, по-моему, чуть-чуть осталось пройти. По факту. Ага, этот ушел, значит. Клипку. Так. Ага. Ага. Клубы. Хорошая попытка. Они все там меня знают. Вечеринки, да. Там будут всякие девушки в коже. Точно, конечно, собираюсь туда. Что? Зачем? Ну, такие правила. Так я и думал, что здесь какой-то подвох. Может, где-то найдется запасной. Классно, тащи быстрее. Так, а как ему дать этот... В смысле? Надо еще и сделать этот. Вот же, блин. Ладно, надо еще и там соединить. Сейчас сделаем. Так. Так. А, нет, это не надо, да? Шапка. Нет, очки не надо. О! Все. Соединили. Ну погнали тогда, чё. Так. Угу. Держи, братан. Забавно. Так, ДНК. Так.
Тан-тан, тан-тан. Ну что ж, держи. О, спасибо. Муж грешниц. Иди в дом. Погнали. Так. На чердак. Так. О. Да. Окей, погнали. Так, сначала с ней надо поговорить. Класс, моя первая вечеринка. Так. Ты же знаешь, у них там вроде мой парень. Вот бы. Смотри. Что? Вот ублюдок. Я открыл глаза, мне Джерри. Мне нужна эта вечеринка больше, чем когда-либо. О. От старого призрака бабуна. Оригинал. Сходи, возьми ОС для игры в покер. Покер? Ну какой ОС? А, с этой ОС. Ну погнали. Чуть-чуть осталось. Ну, погнали. Так, тебе поговорить, что ли, надо? Черт возьми. Сидра. Да. Я дай его возьму. А, поговорить с Софией. Ну погнали. Так. Ага. Где-то наши запчасти. Готово. А дальше что? А, с Софией поговорить. Бритву на киски. Бритва пропала. Наверное, идиот Клифф забрал ее. Но если ты режешь мой бритву, то я позволю тебе это сделать. Почему нет? Все равно тебе никто не поверит, если будешь купаться в этом.
А. Одежда на диване. А, вот это одежда. Так. Окей. Тит, понятно. Так. Ей, пора подстричь. А, поговорить с ним надо? Гель для душа, держи. Так. Так, что нам надо сделать? Спальни, двери. Какая-то спальня Джерри, походу. А, нет, 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 нет. Подожди, подожди. А мы можем в бар вернуться, нет? Давайте попробуем в бар вернуться, где? Получится? Подожди. Сейчас проверим. Подожди. В костюмах? В каких костюмах? А, может быть, имеется. Надо было все-таки в дом заходить. Какие есть? Понятно, сейчас. Ага. Что за листья? Серьезно? Капец. Нам опять ничего не объясняют, и мы опять тупим. Гениально. Все как обычно.
Погнали. Так. 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 Стоп, назад. Нет. Что, остается в бар только заходить. Понятно. И что дальше делать? Тут вообще чуть-чуть осталось. Подожди. Дальше. Чего? Ну да. Так. У меня тоже, по-моему, одна штука осталась. Ну да. Так. Чего? Чего? Так, ну и... А-а-а. Она понятна. Могли бы сразу объяснить. А дальше? Чего? А, город, что ли? Вот он что. Так. Да.
урожай сахара. Остался сахар. Так, хорошо, а дальше чё? Сейчас посмотрим. Так. А, на стеклянном чане еще что-то используется. Ну, давайте попробуем. Если у нас получилось, в смысле, много. А, она же просила, точно. Погнали, чё. И все, да? Получается. И конец. По сути, должен быть. Подожди, а где она нам дала? Стоп! Мою мать! Я их что, не взял? Какой я идиот! Походу я не взял. Так. Окей. Погнали. Устроим вечеринку. Угадать сладому, блин. Погнали, чё. Так. Угу. Играть в покер.
Интересно. Ага. И все. Увидимся. Ну вот. Надеюсь, вам, в принципе, игра понравилась, ребятушки. Такая вот была коротенькая, вроде как веселенькая игра. Смешная. Вот. Ну а всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. А всем до скорого. Всем удачи. Всем пока-пока.